Ассаламу алейкум. Сегодня у нас на обзоре Chevrolet Lead Cruze. Двигатель 1.8, двухвалочный. F4, получается он у нас F18 XCR. Чтение с блока управления двигателем. Блок управления Simtek 76. Для чего делаем чтение? Как обычно, всегда обезопасить себя. Если в случае того, если прошивка что-то не то будет. Да и в принципе из заводской прошивки сделаем Евро 2 тюн. Ждем. Так, продолжим. Спустя порядка часа. Да, все, оставляю. Прошивку мы заказали, так как у меня такой готовой не было. Так, делаем идентификацию блока. Так, завис. Печально. Так, сейчас вытаскиваем. Электроника. Нет ничего идеального. Запускаем заново. Так, запустили Simtek. Делаем идентификацию блока. Идентификация прошла. Так. Файл открыть. Открываем прошивку, именно ту, которую мы заказали. В папке Cruze я ее закинул под 1.8. Вот у нас идет заводская, а вот уже у нас идет Stage. Причем мы заказали под Stage. С машины должно быть достаточно интересно ехать. Записать только калибровки? Нет. Ждем. Пошла запись. Пока что стирание идет. Ну, назвал, да, запись. А вот уже пошла и запись. Давай поставим на паузу. Продолжается у нас запись. Сейчас идет вторая флеш-запись. Так, у нас операция завершена успешно. Сделаем еще раз идентификацию блока. Поймем, что с двигателем, с машиной все в порядке. С мозгами идем сейчас завести автомобиль. Так, сейчас присяду, как будет поаккуратней. Вначале выключим зажигание, желательно после прошивки. Автоматическая трансмиссия, так что ветки свои тянуть не надо будет, чтобы нажать сцепление. Заводим автомобиль. Сейчас идет тест. Все, автомобиль работает, можно отпускать.